В районной администрации состоялась 36-я сессия Совета народных депутатов. Присутствовали глава района Заур Хамирзов, главы сельских поселений, заведующий отделами управления администрации района. Всего в этот день депутатами было рассмотрено 13 основных и 3 дополнительных вопроса. Начальник управления финансов Аслан Дагужиев в своем выступлении сделал отчет об использовании средств из резервного фонда администрации района, а также об использовании бюджета района за 6,9 месяцев текущего года. Об итогах социально-экономического развития за 9 месяцев доложила депутатам заместитель главы района Марита Тугланова. На сессии также был заслушан отчет председателя территориальной избирательной комиссии Заримы Гурижевой. Все вопросы, вынесенные на повестку дня, были рассмотрены в полном объеме.